Всем привет! Когда-то на AliExpress заказывал я себе вот такой вот магнитик. Он довольно-таки мощный, до 60 кг выдерживает, но со временем, как видите, он лопнул. То есть сам магнит может расколоться и вывалиться вот из этого корпуса. Ну и сейчас покажу очень простой способ, как вот это вот можно легко исправить, и он еще послужит не один год. Достаточно взять кусок какого-нибудь толстого металла, в моем случае это вот 2 мм, вырезать из него вот такую вот шайбу. В этой шайбе с помощью толстого сверла просверлить отверстие вот такое вот. И сейчас я ее скруглю, покажу конечный результат. Скруглять шайбу я буду с помощью гриндера. Это также легко сделать обычным напильником. После того, как скруглил шайбу, нужно хорошо выровнять внутреннюю поверхность, чтобы она плотно прилегала к магниту. Ну и затем с наружной стороны нужно снять фасочку, чтобы не пораниться. Ну вот, в принципе, шайба и готова. Осталось ее только закрепить. Обратите внимание, что шайба должна быть по внутреннему диаметру поискового магнита, а то он потеряет свои свойства. Теперь ее надо выровнять, вставить фиксирующий винтик. И подтянуть. Вот такой вот нехитрый способ. И магнит снова в действии. Надеюсь, что такой способ ремонта вот таких вот магнитов кому-нибудь окажется, как и мне, полезным. Держит он ничуть не хуже. Так что, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр и всем пока.